Национальное телевидение Чувашии продолжает расширять зону вещания. Уже несколько городов республики в режиме реального времени могут знакомиться с новостями и другими программами телеканала. Посмотреть, как проходит внедрение канала, в один из таких городов отправилась наша съемочная группа. С конца прошлого года более 30 разнообразных программ на русском и чувашском языках, созданных коллективом НТРК Чувашии, доступны зрителям поселка Ибреси. Национальное телевидение в районе – это нужно, конечно. Жители района любят смотреть этот канал, поэтому, я думаю, это хорошее дело для жителей Брешинского района. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» – крупный республиканский холдинг, который включает в себя телевидение и две радиостанции. Телеканал подробно и оперативно освещает все стороны жизни республики. В декабре 2014 года у абонентов кабельной сети в поселке Бреси произошло знаменательное событие. Мы запустили Чувашское национальное телевидение. Данный канал настолько стал востребован нашими абонентами, что отзывы идут только положительно. В нашей сети в настоящее время 1500 абонентов. Но мы ждали ваш канал 1,5 года. Вот, и поэтому события довольно-таки значимые. 5000 жителей поселка могут смотреть наш телеканал в своих телевизорах благодаря разветвленной сети кабельного канала СКТВ и Бреси. Этот канал очень нужен, я думаю. Мы очень обрадовались, когда появился этот канал. В основном мы смотрели новости и семье нравится. Мы смотрим концерты, очень развлекательные концерты на чувашском языке, чувашские песни. Недавно смотрели «Чувашпиги», очень понравилось вообще, с удовольствием смотрели. По национальному телевидению, ну, спектакли большинство. Вчера или позавчера был фильм «10 негритят» на чувашском языке. Вот, мне это очень понравилось. Канал нравится, сама смотрю. Муж смотрит, хоть и не понимает чувашского языка. Новости мы смотрим. Ну и развлекательно, вот получается, концерты я смотрела на новогодних, получается, праздниках. Каждый должен знать, что происходит в республике. Мы должны знать, как, получается, патриоты своей республики, что происходит, что у нас в поселке происходит, в других районах и городах. Я думаю, что нужен этот канал. Выход сигнала в отдаленных муниципалитетах – технически очень сложная задача. На помощь пришли мобильные технологии компании «Билайн». В компании «Билайн» имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть северное кольцо и у нас есть южное оптическое кольцо. На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесе, Цивильск, Марпасад, Козловка и Тюрлюма. Очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары, в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. А можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Теперь наш телеканал с логотипом «Чувашьень» вещает в Ибресях в аналоговом пакете на 16-й кнопке. Сегодня НТРК «Чувашии» уже появился в крупных районных центрах. А сейчас прорабатываются планы по доставке сигнала и в отдаленные села. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.